впечатление, конечно, очень хорошее от своего выступления. Но хотелось бы, конечно, лучше выступить из-за того, что сам результат был не очень хороший. Вот. Но в финале получилось, особенно последний выстрел, собраться и сделать его довольно-таки хорошим, попасть в десятку. И вот из-за этого я получилось, что на первом месте встал. Вот. А так буду готовиться к чемпионату мира, который пройдет в Гранаде. Надеюсь, что я там буду выглядеть еще лучше. Результат моей основной серии будет еще выше. Спасибо.